Ген. А? Слушай, ты бы вот сходил к нашему соседу, поговорил с ним? Зачем? Да он ведет себя как-то непонятно, понимаешь? Вот ты, когда уходишь только из дома, он сразу прибегает к нам и начинает у меня просить какой-нибудь инструмент. То-то дать, то другое. А сам при этом ведет как-то странно. Мне такое ощущение, что он меня соблазнить пытается. Ай-яй-яй-яй, слушай, а жена-то его тоже странная такая. Как ты за порог, она тут же прибегает, и надо ей то соль меня просит, то, знаешь, там, то телефон какой-то ей надо подсказать, то у нее там что-то там потекло, то еще что-нибудь. Слушай, она меня как будто соблазнить хотела. Что это могло бы значить? Что это значит, а, блин, ай-яй-яй. Раньше пожрать... Блин, это что, опять вчерашний суп, что ли, у нас? Слушай, знаешь, что, если тебе что-то не нравится, иди вон к соседке, пусть она тебе борщи там варит и ублажает тебе. А если тебе что-то не нравится, иди вон к соседу, пусть он тебе гвозди заколачивает, дырки делает и массажики. Да? Что ты говоришь? Тогда игровую приставку я тоже соседу подарю, понятно? Ну и дари, а я твое кольцо с бриллиантом соседке подарю. Да что вы говорите? Блин. Так, где у нас тут наша Людмила-то, клиентка-то? А, вот, ага. Людмила Петровна, добрый день. Добрый день, Геннадий. Людмила Петровна, а давайте утвердим цвета для нашей кухни, ну, для вашей, и я отдам ее в производство уже. Ну, верх будет белый, низ сиреневый, и фартучек не забудьте. Я вам перезвоню. Да-да, я понимаю. Я, похоже, не вовремя позвонил. До свидания. Вижу, времена страшные. И люди как будто в намордниках ходят. А кто не ходит, того избивают. И сажают, куда-то увозят на машинах. И люди друг друга боятся. И какие-то цифры им присваивают. Какие-то коды, что ли, без которых они никуда идти не могут, никуда не заходить, никуда не выходить. А самое страшное, что люди все дела свои побросают и начнут всякую хрень в интернете смотреть.